И так попала к нему вот такая вот штука интересная. МС-8910. В принципе, вещь должна быть довольно-таки интересной. В плане того, что инструкции не на русском, как обычно. И вообще не на понятном языке. Да? Так, начнем с того, что при вскрытии нас встречает сам прибор, дополнительные щупы. Причем, если глянуть, то здесь щупы у нас идут двойные, а дополнительный щуп одинарный. Идет одинарный. Ну, обещают, что это позолота. Контакт. В общем, сейчас будем устанавливать для начала батарейку, которая шла в комплекте. Это 2032 3-вольтовка литий. Ну, вот обычно новый тариф. Так. Итак. Выкрутили. Можно вставлять. Довольно-таки жестко давит пружина. Так, он сразу включился. Включился в автоматические измерения. Технические данные. Его вы можете посмотреть на другом канале, а мы сейчас его просто затестим, ну, к примеру, на диоде. Падение напряжения, да? Ну, можно, допустим, что тут проверить, вот этот вот еще диодик. Уйдем с автоматического, вот, на тест диодов. Так, ничего. А вот в эту сторону у нас что получится. Нормально определил, что это диод. Так. Один микрофарад. Почитаем, что тут пишут. 1000 микрофарад. Ну, проверяем еще раз. Ну, хотя да, 1000 микрофарад он показывает. Так, здесь у нас сколько? 380 микрофарад. Ну, уже просело до 320. Хотя, в принципе, надо же мерить правильно. Вот так не мерить вообще. Ладно, переходим на авто, на скан. Ну и попробуем что-нибудь вообще отвлеченное.
определенные темные какие-то. Ну, к примеру, вот. Есть у меня тут одна деталюшка. Конденсатор на 9 нанофарад. Правильно. А есть еще вот одна деталюшка. Как определить ее, интересно. Так. Сопротивление 38 Ом. А вот это сопротивление у нас на сколько? 1 ohm. Хорошо. А с этой стороны 0,3. Да, в принципе, работает игрушка. Падение напряжения показывает, давление показывает. Здесь не хочет определять. Ну, осталось только сделать маркер, что это у нас минус, а это плюс. Каким-нибудь цветом красным и черным. Ну и в принципе все, можно пользоваться. Ну в принципе вот так это будет выглядеть. Сначала, я думаю, поставить черную нужно, а потом уже поставить красную. Подтянуть уже подтянул. Так что погнали. Соответственно, красную. Ну и в общем, тест на другой уже плате. Включаем на автоматический скан. Теперь можно браться намного ближе и легче будет сводить края. Ну и в принципе начнем. Соответственно, можно будет прозвонить и сопротивление. Семьдесят четыре ома.
здесь вот еще одно 75 Ом. Так они одинаковые. Здесь у нас 44. Микрофарад. И проверяем. Так, проверим на вот этом лучшем. Здесь у нас мы видим сразу 1000. Вот и 1000 это будем проверять. Так, минус. На микрофарада и увеличиваем зону. Да, все правильно. Меряет более-менее точно. Выключаем. И будем ждать уже, когда появится именно работа, чтобы им воспользоваться.